уже очевидно, что достаточно массовые репрессии в Министерстве обороны начались. Путин посадил еще одного генерала. Зачем он зачищает Генштаб? Имелся некий, с точки зрения Путина, заговор. Кого еще из ястребов войны съела система Путина? А клинки зачищены. Все ли на войне по плану и кого обвинят в неудачах на фронте? Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Продолжение чисток в Генштабе. 235-й гарнизонный военный суд вчера, пока мы обсуждали, как этот же суд арестовывал генерал-майора Попова, арестовал еще одного генерала Вадима Шамарина. Это заместитель главы Генштаба. Шамарин, между прочим, отвечает за связь в российской армии. Его, как и других генералов, судят по делу о взятке. В этот раз размер, по словам источников Интерфакса, всего 36 миллионов рублей. Всего потому, что у всех предыдущих генералов цифры в делах сильно больше. Обвинение говорит, что когда-то с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин взял деньги от компании ОАО «Пермский телефонный завод Телта». За эти деньги, по словам следователей, Шамарин увеличил госзакупки пермских телефонов в армию. Сегодня, кстати, как пишут военные блогеры, ФСБ задержала еще одного офицера, который отвечает как раз за гособоронзаказ. Его зовут Владимир Вертилецкий. РТ пишет, что он получал взятки неким имуществом, и мы до сих пор ждем подробностей. И перед эфиром я поговорил с военным аналитиком Юрием Федоровым об аресте офицеров и особенно генерала Шамарина. Юрий Федоров сказал, что поставки телефонного оборудования очень важны для армии, ведь без связи воевать буквально невозможно. И Шамарин за 2 года войны исправил проблемы в этой сфере в российской армии. То есть, несмотря на возможную коррупцию, а кто в Минобороны не воровал арматуру, пусть первый бросит камень, несмотря на возможную коррупцию, он оказался вполне эффективным менеджером. И отсюда вопрос, что же теперь будет в армии, когда от работы отстранили очередного генерала, которого военные считают эффективным? В любом случае, эффективных или неэффективных, это приведет к тому, что процесс управления войсками, в том числе и в данном случае войсками связи, может быть нарушен, затруднен или вовсе парализован, если вот эта волна репрессий коснется и низлежащего звена управления связи в Москве и, соответственно, в соответствующих органах военного управления, то есть в штабах военных округов, в штабах армии и так далее. Любое такое неожиданное кадровое перемещение, оно чревато тем, что преемники, которые приходят на смену людям, которых так или иначе убирают со своих постов, им требуется достаточно серьезное время, не недели, может быть, скорее несколько месяцев для того, чтобы войти в курс дела и, ну, эффективно выполнять свои обязанности. Логично, что такие изменения явно не ускоряют работу. А сейчас, когда госмашина вовсю трубит об очередном прорыве на фронте, Герасимову и его подчиненным непозволительно задерживаться даже на пару недель. Надо же показывать Путину и телезрителям, что день за днем армия берет новые города и села. И как раз о том, что сейчас генштаб Герасимова может показать Путину, смотрите в нашем сюжете. Российская армия 10 мая начала наступление в Харьковской области. За первые несколько дней удалось подойти к Волчанску, но потом украинские силы обороны затормозили российских военных. Сейчас наступление движется гораздо медленнее. Взять под контроль Волчанск и Липцы не получается. Российская армия пытается обойти Волчанск с запада и зайти в тыл украинским военным. Генштаб Украины называет ситуацию контролируемой. Также россияне активизировали наступление у Часово-Яра, Работино и на Покровском направлении. Как писали украинские СМИ, взять Часов-Яр Минобороны собирался к 9 мая, но пока безрезультатно. В этом году наступление российской армии продвигается не так быстро, как это было сразу после вторжения. В первые полгода войны Россия захватила около 83 тысяч квадратных километров украинской территории, что сопоставимо с площадью Австрии или Чехии, пишет агентство. В этом году все гораздо скромнее, поэтому Минобороны порой докладывают о вымышленных успехах. Например, так было с селом Крынки, которое россияне брали уже не раз.
Это действительно так. Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. 20 февраля тогдашний министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед Путиным о взятии села Крынки. Уже на следующий день силы обороны Юга назвали новость манипуляцией и фальсификацией. После этого российские военные брали село еще несколько раз. В очередной раз 20 мая. 14 мая, в день назначения нового министра обороны Андрея Белоусова, пресс-служба ведомства заявила о захвате села Работино Запорожской области. Однако ВСУ и это заявление опровергли. 20 мая сообщалось о взятии Белогоровки, что тоже оказалось фейком. Также не было и захвата села Новомихайловка вблизи Марьинки. Хотя об этом тоже отчиталась Минобороны. В конце апреля Минобороны заявила о взятии огнеупорного завода в Красногоровке и показали видео, как солдат разворачивает на здании российский триколор. Но в ВСУ позже заявили, что завод россияне не захватывали. Спикер ведомства Игорь Коношенков регулярно сообщает об уничтожении украинской техники, иногда, правда, несуществующей. Например, осенью Минобороны дважды отчитывалась об уничтожении американской установки М-198, однако такую установку никогда не передавали ВСУ. Сообщалось и об уничтожении 44 установок «Хаймерс», при том, что Украине их предоставили всего 40. Осенью Шойгу заявил о ликвидации 77 украинских самолетов, чему тоже нет подтверждения. В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли 18 тысяч бронемашин. А уже в октябре он снизил число в 10 раз, заявив о ликвидации менее чем 2000 единиц транспорта. Вот так оперативный штаб Минобороны оперативно меняет цифры подбитой техники, географии успехов. Военный эксперт Юрий Федоров, с которым мы обсуждали аресты генералов, уверен, что нынешнее продвижение российской армии успехом назвать невозможно. План Путина не знает даже Герасимов, видимо, но то, что сейчас видно на фронте, явно не цели летней кампании. Поэтому госбезопасность уже ищет в армии виноватого. Уже очевидно, что достаточно массовые репрессии в Министерстве обороны начались. Как говорил Михаил Сергеевич, процесс пошел. Скорее всего, остановить его не удастся. Для этого нужно принципиальное решение Путина. А судя по всему, Путин уже принял иное решение, а именно дал зеленый свет госбезопасности, то есть ФСБ и военной контрразведки, которая ведет все эти дела. Ну и, соответственно, они будут продолжать. Но я бы связывал это прежде всего с борьбой двух ведомств, военного и госбезопасности. Люди, которые принимают решения в этих ведомствах, они, в общем, исходят из того, что близок приближается некий транзит власти. И тогда речь пойдет о том, кто, в общем, будет играть первую скрипку в будущем руководстве России. Будут ли это военные, будут ли это руководители госбезопасности, там, будут ли это гражданские бюрократы. Ну и, естественно, соперничество между военными и госбезопасным руководством, командованием этих ведомств, это, естественно, очень важный фактор именно в будущей борьбе за власть. Вот такой интересный поворот усмотрел аналитик Юрий Федоров. Вроде Путин только переизбрался, никуда уходить не собирается. Ну, силовики уже стелят себе соломку. А что, кстати, вы думаете, уважаемые зрители, на этот счет? Кому достанется власть после Путина? Такой вопрос мы запустили сейчас вам в чат нашей трансляции. Мы предлагаем три варианта ответа. Это ФСБ, то есть примерно кто сейчас армия. Армия по государственным соцопросам очень популярна у людей. И третий вариант, мы так прикинули, что это могут быть бюрократы. Ведь они тоже вполне себе эффективны и не меньше военных сделали для войны. Голосуйте в чате, если смотрите нас онлайн. К концу трансляции подведем итоги, посмотрим, в какую из этих сторон вы верите больше. А сейчас вместе с социологом Николаем Митрохиным мы обсудим причины таких бурных перемен в армии. Николай, здравствуйте. Почему, на ваш взгляд, за последние недели так много дел против генералов? Здравствуйте. Как вы известно, сменился министр, пришел человек по фамилии Белоусов, который является в первую очередь экономистом и рационализатором, скажем так, бюджетных трат. Вот, убежденным государственником.
Ну, то есть... Да, извините, Николай, пропадала связь немного с вами. Вы закончили на том, что Белоусов такой государственник, занимается тратами, и вот поэтому, возможно, тех, кого да. можно было уличить в мошенничестве, их и ловят. Ну да, огромный бюджет, как бы этот бюджет разворовывался в значительной мере, это было хорошо известно, известно на всех уровнях, начиная от западных аналитиков, что называется, заканчивая армией. Вот. И это далеко не первый случай, когда Путин, прикрывая своих ближайших друзей, которых он ставит на государственные посты, вполне спускает или допускает возможность возбуждения уголовных дел на как бы, фигуру второго, третьего, четвертого эшелонов, которые воровали не по чину, что называется, на которых давно уже есть материал. Вот, поэтому все вполне логично выглядит. Это год назад была чистка в связи с Пригожиным. Вот, армия это спокойно воспринимает, как бы только наоборот поддерживает в большинстве случаев, когда особенно репрессиям подвергаются или там уголовные дела возбуждаются против, что называется, людей, отвечающих за тыловые органы или людей, плохо себя проявивших в армии. Вот, так что как бы, Путин таким образом укрепляет и свою власть, и свое влияние в армии, и, собственно, как бы народ российский очевидным образом разгон, так сказать, наворовавших своих чиновников поддерживает. Ну а мы видим, что вот, все эти дела, которых сейчас генералов ловят, их все сопровождает ФСБ. Там в некоторых даже упоминают, что конкретно контрразведка ФСБ. А почему, например, вот, разобраться с коррумпированными там, сотрудниками Минобороны не может тот же условный Герасимов? Почему нужно привлекать другое ведомство? Ну, во-первых, есть помимо ФСБ там много ведомств. Например, вот этот последний арест этого начальника связи, этим занимается Генеральная прокуратура. Тут будет это самое, вести другие, так сказать, органы следствия. Вот. Это не только ФСБшные материалы, вот. Но в любом случае, как, безусловно, ФСБ, имеющий мощное военное как бы, управление, которое занимается военными, имеет наибольший материал, наибольший материал на этих чиновников. И эти папочки давно лежали, копились до удобного случая. Вот сейчас им дали ход, как бы. Это такая, и в позднем Советском СССР была ровно такая же ситуация, и в современной России. Вот уходит крыша, да, так сказать, воры крупные лишаются своего политического прикрытия, и дела, накопленные на них, лежащие в сейфах, сразу идут в дело. Так что ничего нового в этом как бы нету. Ну вот, кстати, про того генерала, который руководил связью, вот про него среди военных положительные отзывы, так же, как и... Ну, положительные с точки зрения, что он эффективно воюет, он помог армии там наладить связь. Вот почему Путину не страшно убирать таких полезных, популярных для его войны людей? Ну, мне бы не хотелось цитировать наиболее популярные военкорские каналы, вот, поскольку они распространяют ненависть к Украине, так сказать, и как бы другую российскую лексику, вот, но тем не менее, так сказать, там полная поддержка этого дела, никакой высокой репутации у конкретно этого человека нету. Более того, известно дело Мурза, да, так сказать, человека, который в течение 2 лет на передовой занимался налаживанием связи, и мы из его многочисленных постов знаем, насколько плохо обстояли дела со связью в российской армии, так сказать, и в результате его вот этих постов уже обсуждались не один раз дела, как были потрачены средства бессмысленно, вот, что связи реально не было, и в результате этот Мурс, в результате травли Соловьева с компанией, был вынужден застрелиться. Вот. И я думаю, что как раз для партии войны российской, условно говоря, Мурза, вот, и наоборот, как бы ведет к повышению авторитета политической власти, которая прислушивалась к низовым требованиям и, наконец, наказала людей, ответственных за хреновую связь в российской армии, так сказать, в течение 2 этих лет.
Спасибо большое, Николай, что прояснили нам и нашим зрителям, что сейчас происходит среди силовиков. Социолог Николай Митрохин был в эфире «Радио Свобода». Наверняка сегодняшний эфир у нас не последний, когда мы обсуждаем аресты в армии, ведь вопросами об этом задаются не только журналисты и политологи, но, как мы уже успели обсудить, и провоенные блогеры этими вопросами задаются. Они возмущаются, что в борьбе жабы и гадюки пали самые полезные ястребы войны. Например, генерал-майор Иван Попов, которого мы обсуждали буквально днем ранее. Давайте же вспомним, кого вообще из ярых сторонников вторжения в Украину за годы войны система успела переживать. Об этом в нашем сюжете. На протяжении последних двух лет погибли, задержаны или осуждены ряд влиятельных фигур в российском военном руководстве. Во-первых, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. После неудачного госпереворота в августе 2023 года Пригожин погиб при крушении частного самолета, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где... боеприпасы! После бунта должность главнокомандующего российских военно-космических сил потерял генерал Сергей Суровикин, прежде всего известный тем, что руководил российским вторжением в Украину. Хоть и публично Суровикин высказывался против пригожинского бунта, по данным спецслужб США, он знал о готовящемся восстании. После отстранения Суровикин исчез, а затем объявился в сентябре того же года в Алжире в составе делегации Минобороны. Особенно чувствительно после августа 2023 года власти стали реагировать на критику в свой адрес и в частности, в адрес Путина. Яркое тому подтверждение – арест, а затем и срок – 4 года общей колонии за призывы к экстремизму – бывшему министру обороны самопровозглашенной ДНР Игорю Гиркину-Стрелкову. Он был арестован ровно 3 дня после того, как в одном из своих постов на личном телеграм-канале назвал Путина ничтожеством. Последняя серия задержаний и кадровых перестановок состоялась уже этой весной. 23 апреля по подозрению о получении взятки задержан, а затем арестован многолетний соратник министра обороны Шойгу, его зам Тимур Иванов. Спустя неполный месяц, 12 мая, Путин решает снять самого Шойгу с должности министра обороны и переместить его на должность секретаря Совета Безопасности вместо Николая Патрушева. 21 мая по обвинению в коррупции арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов. Он был снят с должности еще в июле 2023 года после критики состояния российской армии и высоких потерь. А воспринимается теперь на такой арест, как и вся серия идущих арестов, как подтверждение того, что имелся некий, с точки зрения Путина, заговор, в том числе включавший и ряд высших военных руководителей. И именно поэтому, собственно говоря, эти люди были поначалу отстранены, а затем теперь как бы подвергаются и арестам. И последнее. Задержание замначальника генштаба Вадима Шамарина указывает на чистки в ведомстве Валерия Герасимова. Историк Андрей Зубов последние задержания и отстранения связывает с недоверием Путина к своим генералам. Путин хочет скорее закончить войну в Украине, так как во время войны усиливается армия, а значит повышается вероятность военного переворота, которого Путин опасается ничуть не меньше после попытки Пригожина сменить военное руководство России в августе прошлого года. Но вы знаете, фактически российская на уровне своих генералов уже выступила против Путина, и результатом этого была исчезновение, отставка генерала Суровикина. А реальные военные генералы, они поддержали фактически Пригожина. В целом, по мнению историка, Путин оказался в непростой ситуации. С одной стороны, страхи военного переворота и связанные с этим действия, с другой – лояльных власти военачальников осталось немного, а им противостоят не только украинские генералы, но и союзники из НАТО. Как же Путин выберется из такой неоднозначной ситуации? Вроде и сторонники войны нужны, ведь война теперь это вроде как главная скрепа и фабрика элит, но слишком яркие сторонники войны тоже не нужны. Так вот, как к такому дуализму относится в провоенной среде, сейчас мы обсудим с журналистом, обозревателем провоенных пабликов и автором специализированного на этой теме телеграм-канала на Западном фронте без перемен Иваном Филипповым. Иван, здравствуйте. Просто не терпится узнать, что же сторонники войны пишут об арестах. Добрый вечер. Сторонники войны пишут, в общем, собственно, ваш предыдущий гость довольно точно все сказал. Сама идея разогнать воров и коррупционеров их не просто радует, она их восхищает, и они надеются, что их не просто разгонят, не просто посадят, не просто отправят на лесоповал, а желательно отправят, что называется, искупать кровью в Шторм-З. Но там уже случился первый нюанс под названием генерал Попов,
этот арест, эти обвинения вызвали в среде военных блогеров абсолютный шок и непонимание, и породили теорию, что это не борьба с коррупцией, а борьба Герасимова с какими-то конкурентами или просто неугодными ему генералами. Потому что, мне кажется, на самом деле, я могу быть, конечно, не прав, это все чисто теоретически наши с вами рассуждения, но в сюжете говорится про Путина, я допускаю, что... Вероятно, диктаторы не любят сильных генералов, но мне кажется, что не стоит забывать о том, что есть начальник генштаба, у которого, как, кстати, очень точно замечают военные авторы, больше не осталось военного руководителя. Он теперь из военных, самый главный, Шойгу, хоть что-то понимал в этом. Он каким-то там, неважно, какой он был министр обороны, он конкретно жопой в этом кресле сидел довольно долго, и он что-то узнал. И он какие-то решения мог принимать, какие-то решения мог не давать принимать Герасимов. А Герасимов сейчас, говорят некоторые из этого автора, совершенно, получил вольницу и способен заниматься тем, что он считает нужным. Поэтому, обсуждая и рассказывая про то, кого может возвысить или, наоборот, посадить Путин, мне кажется, что нужно не забывать и об этом обстоятельстве, что есть Герасимов, который, на самом деле, тоже теперь много чего может. А как же любимая у провоенных военкоров эта фраза Белоусова, которую по телевизору цитируют? Вот почему они же тоже ее цитируют у себя в пабликах, но почему они его все-таки не принимают? Они ее бесконечно цитировали на протяжении сколько? Недели, наверное, но последние 4 дня я каждый раз ее вижу все чаще и чаще, не как искреннюю цитату, что действительно сейчас времена поменяются, а как горький комментарий на то, что мы понадеялись, но уже сейчас понятно, что надеялись зря. Поэтому, смотрите, повторюсь, основная мысль, да, конечно, мы счастливы, страшно тому, что сейчас посадят воров. Но многие тревожатся, что это показуха, что под видом борьбы с коррупцией, повторюсь, Герасимов решает какие-то свои вопросы и устраняет неугодных лично ему, но популярных в армии генералов. И потихонечку, червь сомнения, он начинает закрадываться. А закрадывается ли к ним в голову червь сомнения, который, может быть, им шепчет, что Путин-то все-таки не заинтересован в том, чтобы сохранить их любимых генералов? Как Попова, например. Слушайте, они вот так, я не видел, чтобы они вообще в принципе употребляли фамилию Путина, обсуждая Попова. Они могут говорить, что Верховному не доложили или что-нибудь, какие-нибудь такие конструкции, но, повторюсь, даже у вас в сюжете было сказано, что Стрелкова отправили в СИЗО после излишней критики Путина. Лишний раз не вспоминают. Без излишней необходимости не вспоминают. Вспоминают очень осторожно. Максимум, практически абсолютный максимум, за редким исключением не очень больших военных каналов или военных каналов, которые ведут люди, не находящиеся в России. Максимально, жесткая формулировка, что царь хороший, но бояре подвели. Вот это максимум, на что способно зацознание. По крайней мере, конкретно сейчас. Поэтому нет, не уверен, что этот червь их посещал. Но Путин же, например, посадил, как вы сказали, Стрелкова, Геркина посадил еще генерала, увидел, что побухтели в интернете, и никто не вышел в итоге. То есть, получается, он может делать все, что хочет? Смотрите, я бы, иначе сформулировал. Был человек, пользовавшийся практически беспрецедентным уровнем уважения в армии. Такого второго не было. Это был Пригожин. Он не был универсально любим. Тот же Гиркин его терпеть не мог. Он не был, таким безусловным и абсолютным лидером. У него были, разумеется, критики. Но это был невероятной популярности человек, которого, как они сами признаются, что они понимают, убил Путин. Потом Путин сказал, что, это не дословная цитата, но если вы помните, что, обнюхались кокаину и давайте гранатами жонглировать. И все это большое военное и провоенное, и околовоенное Z-сообщество, это все послушно проглотило. Поэтому вам ответ на любой ваш вопрос о том, что они думают про Путина. Что надо, то и думают. А что они думают об окончании войны? Как российские солдаты, офицеры, те, кто из них ведут блоги про войну, как они видят окончание войны? Эти тексты перестали писать, я бы сказал, наверное, год назад. Сейчас, если ты встречаешь что-то про конец войны, то это что-то абстрактное. Мы непременно победим, без уточнения, что означает победа.
там, враг обязательно будет разгромлен, что-то безличное, неконкретное, очень теоретическое. Вот чтобы я встретил текст, в котором бы было внятно изложено, что цели войны вот такие, образ победы вот такой, мы к ней придем тогда-то. Нет, такого нет. Есть юродивые типа Захара Прилепина, которые повторяют пропагандистские цитаты про денацификацию или что-нибудь еще. Сейчас последнее... Ну, смотрите, вы говорите, вы задаете вопрос про цели войны и победы. Сейчас последняя массовая история с тем, что много сразу Z-авторов о чем-то написали и о чем-то решили порассуждать и порефлексировать, была попытка рефлексии и анализа слов Путина о том, что у российской армии нет плана захвата Харькова, которая у абсолютно подавляющего большинства Z-героев вызвала облегчение и объяснение, что нет, мы этими силами не можем захватить Харьков, большой город, в нем 1,5 миллиона человек, недостаточно того, всего нужно подкопить силы. Вот в этом месте нужно вспомнить, что это те же люди, которые говорили про Киев за 3 дня. Даже если они не говорили за 3 дня, они говорили про Киев как реальную цель, достижимую цель для российской армии. Ну, то есть они, видимо, как и пропаганда, наверняка сами свою цель скорректируют уже тогда, когда хоть что-то можно будет выдать за эту цель. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Спасибо вам большое, Иван, что рассказывали нам и нашим зрителям о том, что сейчас в головах у сторонников войны. А мне под конец эфира осталось только подвести итоги нашего опроса. Мы у вас, уважаемые зрители, в начале эфира спрашивали, кому, на ваш взгляд, после большого передела может достаться власть в России? Предлагали вам 3 варианта. Вы из них выбрали, 58% из вас выбрали, что власть после передела, если такое будет, достанется ФСБ. Ну, звучит вполне логично, ведь КГБ не зря сотню лет, а то и больше строили эту систему. Вероятно, точнее, точно они ее не строили для того, чтобы кому-то другому ее передать. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь...